На обгасе. Идем на базар за подстилкой на пляж. В свое время не купили. Чтобы не убежать на помех. Сколько лет, сколько зимы здесь не было. Пойдем. Ага, вон пляжные какие-то книги, что там есть. Такой вот у нас базар. Рынок и базар. Да не может быть, что здесь не было. Не спросишь? Да так. Да вон, пойдем там выйдешь. Короче, нас постигло разочарование. А вот какие-то коврики мы здесь. Нет, вопрос, вопрос. А не подскажете, подстилка на пляж нет у вас? Полотенце тоже. Нет, ну полотенце по-моему. Такое ощущение, что об этом даже не слышали никогда. Слышь, Марин? Говорит, такое ощущение, что об этом. Пойдем сюда. Внутри? Да. А, в этом комплексе? Да. А вот спецназ вот. Ну откуда здесь кусок? Сапоги болотные. Да. Надо было так выйти. Не, а здесь. Пойдем. Да. Парк? Да ну минут 20 ходил. А мы сейчас сядем на автобус, доедем. А подвальчик тоже будет? Ну подвальчик там есть. В принципе, одну остановку можем пройти. Я тебе сейчас покажу. Нет, ну до подвальчика меньше. До подвальчика вот. Сейчас. Ждите продолжения. Красоты нашего парка. Там видно Новосибирскую ГЭС. Сами посмотрим. Плохо видно. Такие вот дела. Дорожка к пляжу. Пойдемте по дорожке к пляжу. Березки такие богатых, с богатой листвой на Алтае, чахленькие березки. Здесь вон какие могучие. Родные березы. Отель на берегу. Когда-то здесь была лодочная база. Дельфин. Теперь гостиничный комплекс. А здесь санаторий, профилакторий. Вот.
санаторий, профилактерий. Ага, не подсказываешь. Гостиничный комплекс «Акула». Капитализм. Все персонажи должны попасть на свое место в пляже. Вот он. На банане катание где-то.